Между тем, в Кызылординской области растет число пожаров. Один из последних произошел в селе Белебай Жанакурганского района. Там горел загон для скота. В огне погибли 3 теленка и 1 корова. Пламя быстро распространилось на площади 300 квадратных метров и помимо животных уничтожило 20 тюков сена. Причину возгорания сейчас выясняют. По мнению специалистов, пожары зачастую возникают из-за человеческой беспечности. Владельцы сельскохозяйственных угодий сами сжигают на полях сухую траву и мусор. При этом костры нередко выходят из-под контроля. В результате возникает серьезная опасность для жизни, имущества и окружающей природы. По словам спасателей, при тушении таких пожаров на труднодоступных участках сложно найти источники воды. С начала года в регионе зарегистрировано около 100 пожаров, а это почти на 13% больше, чем в прошлом году. В огне погибли 2 человека. Материальный ущерб превысил 25 миллионов тенге. Просим жителей области соблюдать правила пожарной безопасности. В случае несоблюдения требований будут выписаны предупреждения или наложен административный штраф в соответствии с действующим законодательством.